Это Тиз Батлы 2013, город Минск, Республика Беларусь. Здесь собралась Украина и Россия. Все у нас хорошо, мы качаем на позитиве. Ребята готовы поддерживать друг друга. Катка здесь, катка там. Сейчас мы будем танцевать к вам. Поехали! Домашнее задание. Нежданчик. I'm ready to blow out like this. Altitude level. Reaching for stomping every devil in sight. Барана еще не втыкают. Громче ладоши, кто понимает. Последнее слово этого батла. Ничего себе! Ну просто что ли? Все было круто, все было классно. И отвечает Пирс. Солнце зашло за тучи, мы танцуем. Нам не надо взбучи. Вот твое, не знаю, личное мнение. Хватает ли городу таких мероприятий или нужно больше? Стоит ли проводить еще? Например, вот эти танцы, ну, для города это очень разнообразие какое-то появляется. Ну, вот если бы так было, даже раз в два месяца, либо в три. Ну, как-то чем чаще, тем лучше, и как-то молодежь стремится как-то посмотреть на это, увидеть что-то новое. Я так считаю. Тебе понравилось? Мне очень понравилось. Это разные движения, которые вы видишь это. Понравилось ли тебе мероприятие? Что особенно запомнилось? Какая команда, не знаю, отличилась для тебя? Да, было все замечательно. Фреши мне больше всего понравились. Они, ну, такие нормальные. Красиво все делали. Мне понравилось, на самом деле. Что-то новенькое для нашего города, что-то крутое. То есть городу не хватает таких мероприятий? Да, очень не хватает. Да, тебе бы хотелось, чтобы чаще проходило что-то подобное? Да. Значит, первое место. Чемпионат по брейк-дансу. Диплом за первое место. Команда, если я правильно читаю, Биби Бой, Чили Пинск. Совершенно верно, Чили, где ты есть? Ну давайте поприветствуем победителя. Он получает замечательный телефон и кружку. И аплодисменты за третье место. Биби Бой Данте Баранович. Этот юный парень достоин пить кофе и писать свои фишки. И мы приближаемся к награждению. Третье место в номинации 2x2 профи получает. Как вы думаете, кто получает третье место? Да, это хозяева Сережа и Денис. Эти парни сделали для вас этот праздник. Вот ваши дипломы, вот ваши фотографы. Пожалуйста, все круто. Все здорово. Второе место передаю слово нашим волшебным
почетным, уважаемым спонсором, а вы хлопаете в этот момент. А я скажу, эти парни, рэп и хаппи, парни, вот ваш трофей, вот ваш диплом. Громче аплодисменты, громче! Ценный подарок. Спасибо. Ребят, не расходитесь, у вас еще трофей. Белорусский республиканский союз молодежи поздравляет вас. И за активную позицию вам тоже дарит подарок. Успехов вам! И за первое место самый главный трофей я передаю нашему почетному спонсору. Фреш, да, вы выиграли первое место, ребят. Где, где, где? Вот, кубок, планшеты, все ваши. Дипломы, ребят, дипломы, дипломы, дипломы. Какие впечатления? Ну, наверное, я начну. Меня зовут Илья. Многие знают меня по Дипломе Дипломе. Я представляю город Полоцк. Сейчас живу в Минске, танцую, работаю, радуюсь жизни. На фестивале узнал буквально недавно. Мы собрались и поехали. В итоге выиграли. Мы очень рады присутствовать здесь. Нам понравился город, мы погуляли здесь. Молодой город, интересный. Мне очень понравилось участвовать в этом конкурсе. Публика меня очень хорошо поддерживала. И также мне больше всего понравилась команда Fresh Fresh. Из города Баранович. А давно ты занимаешься брейкдансом? Я занимаюсь 2.5 года. А как ты узнала о фестивале? Мне сказал мой тренер Бибой Путон. Оправдались ли ваши надежды по поводу фестиваля? Как все прошло, что вам понравилось, что не понравилось? Как публика, ну и так далее. Можете по очереди не представлять. Ставлюсь вниз, Ван Бибой, город Нунец. По поводу батла хотела сказать немного то, что очень было сильно тяжело. И мы с Серегой справились, вот он, мой сокомандник. Танцуем уже очень-очень много. Танцую 10 лет, танцую 7. Вот. Честно, в нашем городе очень тяжело развивать нашу культуру. Вот. А по поводу фестиваля, на самом деле, было очень приятно увидеть Россию, Беларусь, Украину, страны славянского народа. Все. Да, Сал, больше всего по поводу зрителей ожидалось неизвестное количество людей, так как я не знал вообще, как люди отреагируют на это. Я последний раз этот фестиваль делал в 2007 году в ГДК. Тогда был весь зал, и на ступеньках даже люди сидели. Я просто думал, будет ли сейчас, сквозь такое время, как бы, столько же людей много. И как бы показалось, поддержали. Но мы максимально репостили. Мы вешали объявления, афиши в интернете. Всем максимально. Вот приехали друзья наши, ведущие со Смоленска, с России. Очень хороший человек, он присутствует на каждых фестивалях. Когда я организовывал в городе Гвор, как в Могилевской области, он также меня поддержал, приехал, привез целый автобус в Смоленск, буквально участников. То есть это большой респект и огромное уважение людям, которые приезжают сюда. Это очень хорошо, что они поддерживают. Большое спасибо отделу молодежи. Отдел молодежи, то есть, все взял на себя, то есть никто за этим не занимался. То есть мы приехали, вот на 5 дней буквально нас хватило, вот мы бегали везде просто. Еще скажите, в общем, в целом вам понравилось, и готовы ли браться вообще в будущем за подобные фестивали, будете ли вы продолжать? Есть такая вероятность, как нам уже подходили, как бы, можно сказать, высокие люди города Лудинца сегодня и говорили такую вещь, что можно, так как я предлагал, сделать в Лудинце отборочный на какой-нибудь республиканский, либо СНГшный чемпионат. То есть, соответственно, нам надо будет договориться с организаторами с Минска, либо с Россией, чтобы мы могли взять от их организаторства заявку на то, что у нас в Лудинце будет проводиться отборочный в Брестской области, с которой один человек, победивший, едет от чемпионата, представлять Брестскую область на республику, либо на СНГ. То есть, есть такая возможность. То есть, как будем заниматься? Постараемся. Круто, молодцы. Все, спасибо вам. Да, мы все.